Привет. Ваши взаимоотношения, куда все идет, как будет все развиваться, как будут изменяться ваши отношения. Расклад будет на мистическом Ленорман, и я буду делать расклад на все 36 карт. Здесь мы посмотрим, куда все идет, как он к вам относится, что чувствует, что думает, что будет делать, как все будет изменяться. Мужчина вышел в первом доме, какое чудо, как хорошо. Вообще карта Ленорман — это всегда чудо. Я к этому так отношусь, потому что через карты — это молитва. Карта книга вторая вышла. Это молитва высшим силам ваша, да? Поэтому это медитационно очень. Еще сердце сразу, класс. Это очень медитационно. Я вас приглашаю расслабиться, устроиться поудобнее, получить удовольствие от расклада, ничего не загадывать вообще. Знаете, по какой причине? Не стоит так сильно-сильно стараться, сильно-сильно думать о нем, сильно загадывать. Знаете почему, девочки? Потому что загадает ваше сознание. А сознание у нас, конечно, искривлено. А подсознание знает, кого вы любите. Подсознание тоже знает, кто любит вас. Поэтому, девочки, не нужно напрягаться. Не нужно загадывать, например, мужчину, с которым у вас все кончено. Здесь может быть новый счастливый брак у вас. И вы можете его просто пропустить тем, что загадываете неприличного, да, человека, который вас обидел. И так будет... 9 карт в каждом ряду. У меня здесь уже 6, 7, 8 и еще одна карта. Медведь вышел в доме букет. Я очень рада, я счастлива. Вот, поэтому все, что нужно сделать, это расслабиться и дать подсознанию с вами поработать, потому что туда входит информация от высших сил. А я пока это все говорю, смотрите в его действиях, всадник, я выкладываю все карты. Но есть защита в ваших отношениях, скала здесь, новые чувства он будет к вам иметь. А вообще-то это два поля. Первое поле, то, что вы видите, это карты вот интуитивно, которые я вынимаю. А ваша личность будет расцветать. Вообще расклад на судьбу. И еще есть другое поле, которого вы не видите, это карты по порядку, то есть так называемые дома. Так что здесь будет происходить очень серьезное... магическая работа. Если карту вы видите негативную, а у Ленорман половина таких, это лучшее лекарство. Потому что любой яд — это лучшее лекарство, да? В минимальной дозе. Я гомеопат, кстати, эзотерический гомеопат, кто не знает. Хоть я имею образование классического гомеопата, но многие не знают, что гомеопатия — это на самом деле эзотерика. Подобное лечит подобным. Поэтому смотрите, что будет. Ой, как здорово, в его действиях свидание с вами и кольцо, понимаете сами, да? И поэтому, когда я выкладываю карты Ленорман вот таким образом, что вы их очень хорошо видите, вы все сами понимаете, я просто с вами здесь для удовольствия дружеского, вот и все. Кстати, это не показ, на что я способна, потому что я принимаю только в общем доступе, вот так, свободно от оплаты. В общем доступе. Вышла карта сама. Она перевернулась, когда я собирала все карты. Все видели, да? Это карта женщина. Вы. Это вы. Сюда нужно вложить своего двойника, если у вас есть желание. А в него вложить его двойника. Как это сделать? Посмотреть на свои ладони внутренним взглядом. То есть вот так ладони протянуть и прикрыть глаза можно. Но если у вас хорошая визуализация, можно даже и не прикрывать глаза. И поместить туда свою копию маленькую. Как такой мультяшный герой, да? Вы, то есть, вот как игрушка. Ну, ваша копия. Желательно в том наряде, который для вас лучше всего вам нравится. И его поместить в карту господина. Смотрите, желание ваше будет исполняться в будущем. И вот и все. И ваши двойники впитают эту информацию, передадут вам ее. И все вы поймете, поймет все ваше подсознание. Смотрите, как все хорошо помещается, да? Вот. Все будет самым лучшим образом развиваться. Знаете, очень важные дома – это дом госпожи и господина. Обратите внимание на эти два дома. Это дом господина 28-й, если вы сначала посчитаете. А это дом госпожи, ваш дом 29-й. У него в доме якорь, и он в своей линии. В первой линии находится. А раз он находится в первой линии, это говорит о том, что он действительно в вашей жизни имеет огромное значение.
И меняться все будет в самую лучшую сторону. Вот это последняя карта. Ну что ж, карта сад, карта гармоничных отношений. Ну вот смотрите, мы складываем углы, чтобы понять суть отношений ваших. И мужчина вместе с садом, получается, у девочек, кто еще не имеет отношений, это новый мужчина. Кстати, еще раз повторяю, что мои расклады актуальны для всех, кто в паре и кто ищет. Кто хочет для себя новых отношений и кто хочет изменить, исправить отношения. В любом возрасте и течение ваших отношений может быть один месяц или же 40 лет. Это не важно, потому что каждый для себя переварит эту карту по-своему. Девочки, карта ведь универсальная, да? А вы – это уникальность. Поэтому так и в астрологии Луна, Солнце, Венера – это все универсальные планеты. Но вы – это уникальность. Поэтому вот так и здесь. Это та же история. Все проиграется с вами так, как нужно именно вам, так, как нужно вашему, вашей жизни, вашему счастью. Так вот, тот, кто ищет себе новые отношения, здесь гармония и вы найдете человека в саду, то есть в обществе, да, у вас будет встреча. Тот, кто, девочки, хочет улучшить отношения, название расклада такое. Как будут меняться наши отношения в ближайшее время? Мужчина будет к вам относиться гармонично. Он не будет ругаться с вами, он не будет спорить, он не будет ничего доказывать, не будет выяснять отношения, а он будет гармонично с вами соотноситься. И это самая главная диагональ, первая и последняя карта, они уже дают вам гарантию на улучшение отношений. Причем первая диагональ, она гармонирует со второй, и вторая диагональ, это вот правый верхний и левый нижний углы, очень важные, они вместе взаимодействуют, два угла, и здесь у нас якорь и медведь. Ну что ж, это надежный якорь и медведь-мужчина, надежный мужчина. И я теперь читаю это как одно предложение. Гармоничные, здоровые, можно сказать, здоровые психологические отношения с мужчиной, который будет для вас, то есть этот мужчина, надежным человеком, который сдержит свое слово и выполнит обещание, потому что якорь и медведь. Мне очень рада это все видеть. Это первое, что я могу сказать по диагонали. Будем идти с вами четко по плану. У нас здесь правила есть, как читать этот расклад. Да, я буду следовать этим правилам, но не всегда буду правила озвучивать, поскольку это займет. Но это будет как урок. А это совсем не урок, это именно общий расклад для вас. Центр расклада, его сердце, его зерно, его основание. И основной вывод мы делаем по диагонали и по центру расклада. И я вначале сделаю основной вывод, а потом перейду к деталям. Центр расклада, вот эти замечательнейшие совершенно 6 карт. Почему говорю замечательные? Вы знаете, если давно меня смотрите, каждая карта замечательна по-своему. И любая, даже самая, вот на ваш взгляд и вкус, страшная карта ведет вас к вашему личностному успеху. Нет вообще плохих карт. Это не времена Наполеона, это 21 век. И человечество уже понимает, как жить, чтобы стать богатым и счастливым. Да? Карты меняются в результате того, что идет эволюция мозга головного. Да? Поэтому, девочки, кто хочет надеть серые очки, вот серые очки в никуда, в то несчастное прошлое, пожалуйста, это не ко мне. Да, я вообще очки снимаю любые. И карты вам показывают 36 возможностей. Вот в чем дело, да. Гадание – это очень серьезная штука. И это не критическое мышление. Вообще ум отключаем, девочки. Входим в транс, отключаем ум, работаем с наслаждением, да. Критическое мышление, вот эта вся ерунда – это не для карт. Это для тех, кто там был профессором, а теперь у нас он предсказатель, да. Нет, кто там и так далее. Нет, здесь не критический ум, здесь высшие силы дают послание. И наш критический ум говорит, да, вчера было плохо, завтра тоже будет плохо. Ну, это не ко мне такие гадания. Сразу говорю, потому что много таких у меня комментариев бывает. Конечно, неприятно это, что люди свой негатив хотят вылить, да. Вот такие вещи, да. И гадание, еще раз повторяю, штука серьезная. Что построите? То и будет. Какой дом построите, в таком доме будете жить. И вот большой расклад Ленорман – это дом, который вы строите. Вот смотрите, какой Ленорман построил вам дом. Если кто хочет негативный дом, ну, будет в нем жить. Я не строю негативные дома с плохим фундаментом, с гнилыми грязными стенами. Понимаете? Не строю я такой дом.
Никогда, никогда не строят. Знаете почему? Потому что высшие силы мне говорят, таких домов не бывает. Люди сами себе их строят в результате того, что не хотят ничего менять в лучшую сторону. Знаете, сейчас пойдет вот такой поток идет. Поток такой, что я вот уже тараторю. Да, мне нужно остановиться, конечно, и не тараторить. Высшие силы дают очень мощный поток, и поэтому я быстро говорю. Можно снизить, девочки, скорость. Да? Сейчас попробую говорить медленнее. Итак, вот эти 6 карт – это самое главное. Букет. Букет – это ваше чувство, ваша внешность прекрасная, которая будет процветать, которая даст вам взаимоотношения лучше. Что такое вообще в букете все? Букет – это расцвело, когда растение выпустило на свет Божий, на показ всем пчелкам и нам, людям, для удовольствия, свою благодать, свою прелесть, да, свою необыкновенную красоту и привлечение. Вы привлекаете, если у вас еще нет, себе гениального мужчину. Гениального в смысле, всем люди гениальные, кстати, для счастья именно с вами. Гениальность, которая сможет вами перевариться. Букет, женщина, то есть вы, идет по диагонали ваш ум, а яйцо-то здесь алхимическое. Нужно подождать, пока созреет это все, да? И расклад говорит, подождите, будьте терпеливы, созреет его любовь к вам. Посмотрите, что созреет. Созреет его счастье, любовь к вам. Это все-таки сердце. И сердце в доме корабля. То есть будут перемены. Мы уже говорили, что название расклада – это как поменяются. Будут перемены в сторону любви. И то, что по судьбе кармически уйдут, и книга говорит, что по судьбе это теперь время счастья. Теперь время счастья. Итак, это диагональ, продолжаем смотреть дальше. Вы и лилии – это верные, надежные отношения. Вы окружены цветами, а цветы – это привлечение счастья с ним. Лилии и букет. Я очень рада это видеть. Вы стояли на... Некоторые, не все, но некоторые, кто смотрит, стояли перед выбором, быть с ним или остаться. Если вы в треугольнике, этого выбрать, это направление или другое. Вот об этом свидетельствует карта развилка. Но ключик вы найдете, вот в этот период, который вы загадаете, вы найдете ключик для того, чтобы выйти из положения сомнений. Вообще развилка карта хороша тем, что она открывает новый путь, понимаете? Открывает новый путь. Когда вы идете по одной дороге, вот здесь на карте очень четко изображено, вы идете по одной дороге, и вдруг перед вами возникает развилка, а это ощущение, что есть еще какая-то дорога. А разве это плохо, когда есть две дороги? Разве это плохо, когда вас любят, и вы нужны двум людям? Это неплохо, вам только лишь нужно решить, с каким человеком вы хотели бы быть, да? Кто человек для какой из них, из этих двоих, если это треугольник, у некоторых, да, треугольник, поэтому вы смотрите, я для вас сейчас говорю, с каким человеком вы хотели бы жить, кто для вас сейчас родной, кто для вас сейчас ближе. И я смотрю, сексуальная составляющая очень важная, потому что идет на плетке ход коня, а другой ход коня идет на перемены. Перемены в сексе вам нужны, потому что у вас... Или однообразие в сексе, если вы постарше, да, если вы помоложе, может быть, вами пользуются, я бы здесь сказала, корабль и плетки, может быть, вами пользуются, это вас волнует, я сейчас изучаю все ходы коня, потому что здесь луна и солнце, вот интересно, вы сейчас переживаете эмоциональный срыв по поводу сексуальности какой-то, вы переживаете эмоциональный срыв, но, возможно, для вас возможен выход на новый уровень. Солнце показывает на счастье, на успех. Успех где, вы спросите меня? Все, что вокруг, показывает успех. Выйти из застоя, из такого болота, психологического зажима. Он, может быть, какой-то мужчина есть у вас сейчас, кто на вас давит, кто вас использует кармически, чтобы решить какие-то свои долги, проблемы. И карта гроб говорит о том, что есть возможность выйти из этого состояния застоя. Долго был тупик, сейчас выход есть, потому что солнце, оно идет по линии дом, корабль и змея. А змея – это выход, это поиск своего пути, это бесстрашие. Бесстрашие, которым вы обладаете. И бесстрашие связано с тем, что вам не важно, вот здесь башня, кто рядом с вами будет. Вам будет важно, что вы любите, обожаете себя.
И у вас есть такой своеобразный магический бронежилет против завистников, потому что змея тоже указывает, конечно, на завистников и не на недоброжелателей. У вас есть бронежилет против недоброжелателей, тех людей, которые, безусловно, могут быть в вашей жизни. И от них никуда не денешься во внешнем мире. Их нужно выгонять из внутреннего мира и оболочку делать свою, ауру. Я уже не раз об этом говорю, и даже любой мой расклад, он защищает от негатива. То есть у вас появится букет, это высшая сила. Кстати, букет это тоже ангельские силы. У вас появляется ангельская защита. Ангельская защита, которая есть. Вообще-то ангел между вами есть, ангел любви. Защищает от врагов. Врагов защищает от врагов в вашем доме. Если есть враги вокруг вашего дома, стоит защита, потому что букет здесь вот такой диамант. Да. И если есть враги в доме, я вижу, что враги, потому что по линии это изменяет дом. Хочу сказать, что враги есть в доме у некоторых. Это может быть мама, сестра, завистница. Мама, которая уже, знаете, как равнодушно стала к вам. Или мама, которая на него давит. Но корабль говорит о переменах, о том, что у нее в отношениях к этому всему будут перемены. То есть она ослабит свое влияние. Итак, как будут меняться? Какие перемены? Какие перемены между вами? Я вижу, что мама, например, его, она ослабит свое влияние. Какие еще будут перемены? Вы решите какой-то свой сексуальный вопрос, и у каждой девочки из вас свой сексуальный вопрос. У многих сексуальный вопрос именно по этому раскладу, потому что сексуальный вопрос решается вот здесь, вокруг карты плетки, 9 этих карт. Он может быть связан, что чувства двойственные. С одной стороны к нему любовь, а с другой стороны раздражение. Понимаете? Раздражение может быть связано с его сексуальным исполнением своих, так сказать, обязанности, такое глупое слово, господи, религиозное слово, которое в нас встроено, как чип встроено, эти все слова, они идут по роду, и вы скажете, что я зря говорю о роде все время, да мы как зомби, как хьюманоиды, мы идем по нашему роду, понимаете, поэтому вот всплывает что-то неожиданное, скажешь что-то, думаешь, откуда это у меня? Но это же родовое все, поэтому мы понимаем, что род это магически активен всегда, активен род. И здесь я вижу, что у вас есть неудовлетворение в сексе. А может быть, человек, которого вы загадали, он не выполняет то, что вы хотели бы от него, он ненадежен, но сексуально горячее чувство у вас к нему. И это часто бывает. Мужчины, которые ненадежные, у нас к ним сильнейшее сексуальное чувство, потому что этот мужчина любит себя. А мужчина, который любит себя, его легко полюбить, потому что он излучает. И на вас, луч падает на вас, любовь к себе, но подсознание ваше воспринимает это как любовь к вам. Да? Такой мужчина в вашей жизни был, такой мужчина нарушил вашу психику, здесь развилка и чувства, да. Такой мужчина по ходу коня мог овладеть не только психологически, но и магически, мог замагичить ваше пространство внутреннее. Вот своей этой волшебной палочкой, о чем я говорю, вы знаете, волшебной палочке у меня даже есть чистка, да. Кстати, там смеялись некоторые, писали мне, почему хрен? У меня там есть чистка, да, на размагичивание вот магической палочкой мужчины. И там я снимала, и хрен специально показываю, да, растение. Кто догадался, тот понял, почему. И, кстати, та чистка повышает потенцию мужчины. Девочки, я ничего не продаю. У меня чистки от А до Я есть в свободном доступе, да. Но если бы даже и продавала, почему я не могу свою авторскую работу продавать? Но я не продаю. Просто здесь идет как раз речь об этом, и я это mentioned. Так. А если вы даже и не пойдете, и не будете смотреть это видео, мне не важно, не нужно смотреть. Вот потому что я это сказала, здесь резонация произошла. И уже вот в результате того, что я сказала, вы посмотрите, сегодня вы с ним вечером встретитесь, и у него будет сильнее потенция. Он вас захочет лучше. Он сделает свою работу, вы знаете, о чем я, о какой работе. Он сделает ее лучше, выполнит ее правильно, да? Вот, и потому что эта резонация, это называется
Квантовая резонация. Между вами есть квантовая резонация, потому что вы частички одного. А между моими двумя каналами, на любовь, вот этот канал, и чистки, и защита, тоже есть квантовая резонация. Когда я вижу, что здесь вот здесь как раз эта хреновая ситуация может быть, да? Вы поняли, о какой хреновой ситуации идет речь в кавычках. А неудовлетворение в сексе очень все просто. У многих девочек это есть недостаточно секса, или у вас вообще с ним на нет просто секс сошел, развилка и рыбы, причем сексуальная карта посередине. Это уже исцеление, резонация произошла именно с той чисткой, не нужно туда идти ее смотреть. Вот здесь все, исцеление достигнуто. Смысл этих раскладов только в этом. И чтобы вы поняли, что жизнь человека – это большое счастье. Это большое счастье, это не просто голый оптимизм. Жизнь человека – это большое счастье, понимаете? Все, вперед. Вы в такой ситуации здесь, в этом раскладе, что как раз об этом идет речь. В доме будет сексуальная любовь. В доме будет мужчина, который выполняет правильно свои мужские обязанности. Он предприимчивый лиса. Он умеет это все сделать правильно. Да? Он тот, о котором вы мечтаете. Посмотрите, между сексуальной притягательностью и вами карта звезды. Это исполнение мечты, карта звезды. И что идет? Этот мужчина идет. Вот в чем проблема здесь. Крысы и крест. Конечно, крест – это ушедшие люди по роду. Вы всегда знаете, у меня так. Гроб и крест – это ушедшие люди по роду. Почему они на вас влияют? Потому что вы и эти ушедшие люди по роду у вас по линии. На него они влияют меньше, на вас больше. Поэтому если девочки у вас не ладятся с вашим мужчиной сексуально, если вы с ним давно в отношениях, неважно, в треугольнике или в браке, это не важно. Если там что-то не ладится, если скандал, если недопонимание связано с, вот с этим аспектом, я бы сказала, вина не его и не ваша, а вина именно вашего рода. Что-то в роду у вас было глухо не так в постели, в спальне, было глухо, потому что здесь дом и коса, и упирается все это в родовые травмы. Женщин, которые были замужем, да, ожидали счастья, ну вот что получилось. Вы в роду единственная, та священнослужитель, кстати, рода, это вы. Священнослужитель рода, это не батюшка в церкви, это тот, который живет сейчас в роду, это вы. Вы сможете достичь счастья и сделать такие... Вообще ваша жизнь – это сплошная литургия, кстати, любого человека. Выправить это все, потому что следующая карта за вами – это звезды, да, звезды. Произойдет ли это с этим мужчиной или с другим? У каждого проиграется по-своему, у многих именно с этим, потому что мужчина и сад, потому что якорь и медведь, я уже это объясняла, понимаете, потому что во главе у вас это букет и вы. Замечательная, конечно, середина. Связана с переменами в доме, так что у вас с ним будут изменения в лучшую сторону. Перемены в доме, понимаете? У вас будут какие-то перемены острые, срочные, которые нужны именно сейчас. Это карта урожая. Карта урожая. И тучи у вас в голове говорят о том, что у вас немножко недопонимание с ним. Поэтому вы смотрите этот расклад. Тучи прямо у вас в мыслях, то есть в голове. Тучи касается ситуации, которая связана с ним, потому что дом, где у нас тучи находятся, это дом медведя. А медведь в букете, букет у вас по диагонали. Поэтому я вижу прекрасное будущее в ваших отношениях. Теперь немножко поговорим о домах, мы немножко поговорим о его ситуации. Во-первых, он в начале расклада. Первая карта, самая главная. Будут ли изменения? Да. Изменения с кем? С мужчиной. Он самый главный, потому что он первый. И по судьбе у вас с ним счастье, это однозначно. По диагонали я вижу, что вот эта размолвка, гроб, эта гора, которая препятствие между вами, меняется по диагонали на что? Вы видите на солнце. На солнце. Солнце в своем доме – это место силы. Кто-то спрашивал, что такое место силы. Это там, где исполняются желания, там, где все выправляется. Поскольку здесь, на этом столе магическом, есть ваши двойники и солнце в своем доме, вы сами понимаете, что вероятность на то, что дальше будет лучше, чем было вчера и так далее, у вас огромная.
Я надеюсь, девочки, все видно. Я сделала немножко ярче экран. Ну, здесь, когда он, кстати, густой, тоже очень красиво, да, такие густые карты. Давайте немножко пройдемся по вашим домам. Но я уже немножко задела тему его и его, его ряд. Ряд мужчины важный, и он в своем ряду. Свидание с ним, если кто-то хочет встретиться с новым или с тем, с которым вот вы встретились, его полюбили, не знаете, как будет дальше, с ним свидание. Ну и кто-то говорит мне, он у вас всегда дарит кольцо. Посмотрите, а что я здесь могу сказать? Что не дарит кольцо? Как здесь это может? Конечно, можно выкрутить карту с негативным значением. Я ничего никогда не выкручиваю. То, что есть в потоке, я считаю. Со мной так работают высшие силы. И это и так понятно, понимаете? Если мы дружим, зачем мне выкручивать в негативную сторону для вас? Зачем? Я то, что вижу, то и говорю. Выкладывала при вас в его линии кольцо, свидание с ним, мужчина и якорь. Все понятно само собой, да? Что в вашей линии? У вас в доме госпожи, 29-й дом, если посчитаете сначала, карта письмо, прекраснейшая карта. И она предвещает, конечно, с ним встречу, контакт. Да, это третий дом, даже здесь намек на третий дом, встреча и контакт. Через 20 дней, может быть, через 2 дня, может быть, через 7 дней, через 2 недели. Вот такие. А, кстати, кто-то говорит, пока смотрела расклад, читайте комментарии, он позвонил. Через 27 часов тоже может быть. Так что у вас контакт с ним, любовный контакт, удачный контакт, клевер, который будет защита высших сил и по судьбе, потому что книга, да, вот такая вещь. Теперь по самой главной диагонали, да, по самой главной диагонали судьба ваша, гроб и корабль. Выйдите из застоя с ним, выйдите из застоя. Ваша личность уйдет из нее, вот этот туман в голове, уйдет туман в голове, мечта ваша будет исполняться, потому что Луна – это питание себя, организма. Это вообще весь расклад говорит о том, что здесь питание вас. Мужчина даст вам то, чего вы хотите. Луна в астрологии – это напитать себя, дать себе питание. Не только там пищи, да, такой физической, но тоже эмоциональной пищи. И у вас по ходу коня идет, что мечта-то будет исполняться. Уйдут преграды по крысам, уйдут преграды, и вы добьетесь с ним эмоционального удовлетворения. Потому что Луна в доме якоря, а якорь где? В доме мужчины. С кем будут эмоции, с кем будет удовлетворение эмоциональное? Почему я говорю удовлетворение? Вы скажете, ну не всегда же Луна так считается, девочки и мальчики. А ведь здесь же синастрия, здесь 36 карт. И где у вас Луна? Что вокруг Луны? Лилии, надежные отношения. С кем? Луна в доме якоря, а якорь в доме мужчины. С ним. Надежные отношения с ним и гармония с ним. Понимаете? Полная гармония и взаимопонимание с ним. Почему я говорю гармония с ним? А потому что прямо над домом крест, у нас крест сам. Крест же в доме письмо. А где письмо, девочки? Письмо в вашем доме, в доме госпожи. Все понятно, да? Все понятно, как белый день. И я очень рада этому. Я безмерно рада этому. Вот такой расклад вышел замечательный, и я его буду суммировать. Здесь все понятно и так. Можно было, конечно, гранд-табло считается до 3 часов. Но в 3 часа, конечно, напрягать вас не хочу. Его можно просто оставить, вот сделать скриншот, он будет с вами проигрываться после расклада. Смотреть его можно много раз, потому что каждый раз что-то новое услышите. Суммирование очень простое. Он в первом доме, а первый дом – это дом-всадник. Понимаете? В доме корабля какие будут перемены с ним? Ведь так называется расклад. В доме корабля сердце. Корабль просто по диагонали. А дома корабля к вам идет ход коня. Значит, перемены с кем? Между кем? Между вами и им. Сердечные перемены к лучшему. Новые перемены, потому что у сердца у нас здесь ребенок. Новые перемены. Он будет вас любить. Вот это самое главное, что я могу сказать о нем. И о вас. Где вы находитесь? А я только что сказала, что он в доме всадник. То есть самый главный дом любовный, да? Всадник – это вестник любви. Он прискачет к вам на белом коне, вестник любви. А в каком же вы доме? Вот вопросик такой, да? И если вы посчитаете все карты с самого начала, 24-й дом, а 24-й дом – это дом сердца.
Если вы посмотрите, где карта сердца, вот на ней написано 2-4. Плохо видно на этих картах, тоненько 2-4 написано. Вы в доме сердца. Кого любит этот мужчина, который смотрит на карту сердца? Кто ему по судьбе? Книга судьба. Как кто? Кого ему положено любить по судьбе? Того, кто в доме сердца. Это значит вас. Все очень-очень просто. Понимаете, здесь вообще вопросов быть не может никаких. А у кого верное к вам отношение? У кого есть чувство к вам? Чувство – это дом, который называется рыбы. Вот этот дом. Вот-вот, здесь рыба, 34-й дом, посчитайте сначала. А что у нас в доме 34-м, в доме рыбы? Чувство, да, вот, кстати, эта карта. И она в доме собака, то есть его верная любовь. Лилия, верная любовь его к вам. Здесь очень красиво все. Я надеюсь, все видно. Карты, конечно, может быть, видно не таким большим ракурсом. Может, лучше смотреть это на большом каком-то телевизоре, на iPad, на планшете, на, знаете, лаптоп, может быть, потому что будет лучше видно. Но я смотрю свои расклады на телефоне, у меня такой большой телефон, и все карты прекрасно видно. Важно, чтобы видно было девочке карты в моих раскладах, потому что карты лечебные. Я здесь просто простой человек, как и вы, понимаете? Но со мной говорят высшие силы для вас, потому что я таких прошу. Я таких прошу, это моя миссия. Здесь. Ну вот, пожалуй, все. А давайте еще немножко, вот смотрите, собака, кто-то заметил, да? Смотрите, какой ряд великолепный. Ой, такой ряд, что вот просто блаженство. А это ряд судьбы. Это ряд итога, последний ряд. Собака в доме лилии. Лилии. А сами лилии в доме чувств. Поэтому, знаете, я могла бы еще долго выступать таким магическим адвокатом и вам это все рассказывать. Но еще скажу этот аспект. Собака – это его чувство к вам. А лилии в доме чувств. Это верность, это все. Сам же дом собаки, 18-й дом собаки, здесь чувства. Вы видите, какая цепочка? Чувство в доме, чувство собака, в собаке чувства. В чувствах, то есть в рыбах у вас лилии. И идет цепочка на собаку сюда, прямо возле вас, а это дом лилия. Так что... К чему все идет, как изменятся отношения? Ну вот что такое собака? Та, что в доме, та, что сидит возле камина, та, что ласкается, та, что не упускает взгляд хозяина, та, что предана, предана вот полностью, полностью предана. Это символ собаки, понимаете? Я вижу, что есть у кого-то какое-то подозрение, потому что прямо здесь гроб. Но, понимаете, гроб-то у меня в раскладах нет такой, правильно? У меня в раскладах гроб – это род, это родовые связи. Те родственники, которые уже ушли, стали ангелами-хранителями. Это же хорошая карта. И здесь просто по наследству это все, по роду вам было встретиться. Такой мужчина уже был, вы его знали в прошлых жизнях. Вот кто-то мне говорит в прошлой жизни, да, у меня своя теория, эта теория не моя, эзотерическая, которой более 10 тысяч лет. Понимаете, вот интересно, что те предки, которые 10 тысяч лет это все говорили, и теперь уже наука доказывает, что несмотря на то, что были миллиарды людей уже на Земле, всего есть от 12 до 20 колен всех людей. И это и называется душа рода. Поэтому мы говорим о прошлой жизни, вы могли родиться в прошлой жизни и в Японии, и в Африке, и во Франции, не знаю где еще. Но это один род, потому что от Адама и Евы вот расщепляется от 12 до 20 колен, понимаете? И всего лишь есть от 12 до 20, еще точно не установлено, этих родовых душ. Этих родовых душ. Так вот, гроб всегда показывает с крестом вместе на родовые души. И я сказала, что по этой линии влияние вашей родовой души сильное. И вы уже встречались в прошлых жизнях. Вы из одного рода, можно сказать. Но это, естественно, неплохо. Потому что между вами и им в этом роду миллиарды людей. Это не эта линия, которая четко вы прослеживаете сейчас. Это которая идет цепочками в миллионы лет назад. И ваши родственники могут жить сейчас прямо по всей земле, да, исходя из этой эзотерической теории. На самом деле это практическая ситуация, уже доказанная. Вот, ну что ж, возьмем за оберег солнце в своем доме, и у вас по ходу коня идет солнце в доме, солнце в своем доме и дом над солнцем, понимаете, да?
И что здесь я вижу по ходу коня? Это процветание в доме, перемены в сторону процветания, любви, сексуальности, которая выправляется. И по другому ходу коня я перехожу на ребенок. То есть это новое отношение, лучшее отношение с ним, новый уровень. А также можно делать ход коня вот здесь. Новые отношения, новый уровень у кого? У вас, потому что следующий ход коня удачный. И еще ход коня отсюда. Я иду, очень важно идти от солнца, делать эти вот такие, знаете, геометрические фигуры, потому что геометрия в эзотерике, вообще universe или же космос, там геометрия — это все. Вот расстояние от Земли до Солнца, от Земли до Венеры, это решает все. Решает, как Солнце нас влияет, как Венера влияет и так далее. Да? Поэтому геометрия важная. И важная, самая главная карта здесь – это Солнце, потому что Солнце в своем доме. Как пойдут ваши отношения, как они будут меняться. Солнце в своем доме, и у кого будет хорошо? По ходу коня я иду на вас от Солнца. Как будет хорошо? Клевер. Удача будет, еще другие ходы коня, процветание в отношениях и новые ощущения. Сюда, в этот ход, новые ощущения. Я очень рада это все увидеть для вас. И, кстати, от мужчины по диагонали, я вижу, тоже на солнце идет, понимаете? Вот, так, мы сейчас здесь будем с вами заканчивать, но, пожалуйста, девочки и мальчики, не уходите. Почему я говорю и мальчики, кстати? Я сделала анализы, посмотрела. У меня смотрит 2% мальчиков. Вот, очень-очень мало, кстати, зря, ну, такое дело. Может, из этих 2% мой муж, это номер один, он рунолог, он обожает тоже карты и смотрит мои расклады. Кстати, вот с тех пор, как он стал смотреть мои расклады, у нас отношения стали лучше. Это в магии все идет. Но я сейчас скажу, что я говорю мальчики, даже если они не смотрят, потому что ваш мальчик по эзотерической резонации квантовой, он ощутит этот расклад, он подсознательно его переварит. И вы почувствуете, когда встретитесь с ним в следующий раз, в вашем взгляде отразится весь этот расклад. И он к вам изменится, вы посмотрите, магия, что за магия, вот так магия идет. Когда смотрите на него, сделайте так, чтобы этот расклад проявился в ваших глазах. И вы увидите его реакцию. Реакция будет его очевидна. Буду заканчивать, девочки, уже почти 40 минут. Я знаю, что эти расклады тоже могут скрасить ваш вечер, потому что нам очень приятно делать то, что делали наши предки. И понимаете, вот это все считывается на уровне внутреннем, да, между вами солнце, это ваш оберег. Пусть ваши двойники напитаются этим оберегом, пока я собираю. Девочки, собираю я полминуты, можете засекать время, если пожелаете. Очень важно присутствовать, потому что расклад, он закончен, когда он, вернее, он исполняется, когда он собран. А, кстати, кто там сомневается, когда вы выбирали расклад, вами, вашей рукой вела сама судьба. Это так всегда. Поэтому из предположения это и есть варианты. То, что вам дает YouTube, предположение, там можно было выбрать. Рука потянулась сюда, да? Вот такое, такая вещь. Я заканчиваю. Возвращайте ваших двойников к себе, и пусть у вас будет счастье. Огромнейшее спасибо за лайки. Я благодарю от души. Огромнейшее спасибо за лайки. Огромнейшее спасибо за тем, кто донирует, кто посылает мне на сайт. Кстати, переход на сайт есть под каждым видео. Донаты. Огромное спасибо. Там есть вам подарок от меня. Благодарность. Кстати, я делаю только общие расклады, и поддержка помогает делать их побольше, да? Поскольку я все свое время на это трачу. Кстати, кто хочет научиться раскладывать Ленорман для себя, кстати, многие люди обеспеченные покупают уроки, чтобы просто свою психику улучшить, выработать противоядие против каких-то травм, да, это помогает. Либо кто хочет зарабатывать, это тоже хороший хлеб, кто хочет принимать людей. Так что можно у меня купить уроки на сайте. А если вам все это не нужно, это не важно. Я вас люблю, обожаю, и спасибо огромное, что вы со мной. Можно подписаться на канал, потому что я на вас уже подписана, поскольку я делаю для вас расклады. Да? Это моя вам верная служба. И если вы хотите дружить с ютубером, это подписка на канал.
Встречу я вас на моем следующем видео. Подписывайтесь, друзья. Увидимся с вами буквально завтра. Здесь выходит очень много предсказаний. Если в какой-то день нет предсказания, можно заходить на мой канал, нажимать на аватарку и смотреть предыдущие предсказания, потому что предсказание как старое вино. Со временем становится все лучше. Это как намоленная икона. Чем больше людей смотрели, тем больше силы в этом предсказании. Понимаете? Тем сильнее. Это же магия. Это же просто магия. Девочки, церковная, не церковная, магия одинаковая. Вот. Но у меня одни религиозные здесь все. Вот такие вещи. Если вы не можете комментировать, можно это легко исправить. Просто Google gmail.com. Откройте почту Gmail бесплатно для всех людей на Земле. И сразу, как только открыли такую почту, вы сможете писать комментарии, вы сможете ставить лайки. Кстати, лайки, кто-то мне писал, да что теперь уже, благодарю, это недостаточно, нужен лайк, девочки. Но ведь считывает робот на YouTube, да, понимаете? Слово «благодарю» наше человеческое, русское, оно прекрасное, но в YouTube это просто палец вверх. Оно не знает слова. Поэтому я говорю, что эзотерика в интернете – это что-то мощное. Да? Потому что подсознание, девочки, не знает слова. А подсознание понимает карту солнца, сердце. Да? Так вот, точно так и на YouTube. Карта солнца или карта сердца – это палец вверх. Если есть желание, ставьте, девочки, палец вверх, если я вам помогла. Даже если немножко помогла. Это будет для вас хорошо поставить палец вверх, пальчик ваш вверх. То есть это... Лайк – это и есть сердце, это и есть благодарное слово «благодарю» по-ютуберски это палец вверх. Могу с вами еще долго делать говорилку, но, наверное, не стоит здесь, на этом канале. Кстати, кто, девочки, не знает, у меня же есть канал, где я себя показываю каждый день. Кто там пишет, мне иногда пишут, в себя не показываете. Да показываю, конечно, многие годы показываю себя, но здесь, если я себя покажу, вы же карты так не увидите, как вы увидели, понимаете? А кто здесь главный, я персона или вы? Ну, конечно, вы персона главная здесь, потому что ваша карта госпожи была на столе, правда? А вообще-то есть канал, где я себя показываю каждый день, можно увидеть мое лицо, можно просто со мной побеседовать, потому что там идут беседы всякие эзотерические. Есть такой канал у меня, конечно. У меня 6 каналов вообще. Этот на любовь, есть на судьбу, предсказания, есть чистки защиты канал, есть учебный канал, кстати, на всех картах. Да, вот такие дела. Кто не знает, я вообще очень редко в конце такие вещи говорю. Но кто задержался, может, вам будет это интересно. Немножко обо мне, если вы новенькие, не знаете. Я вас очень люблю, вас обожаю. Вы для меня самые-самые близкие друзья. Увидимся с вами на моем следующем видео. Всем пока и любви!